Увеличение платы связано с объективными причинами, в частности, с изменением цен на продукты питания и ростом тарифов на коммунальные услуги. Нами проводится мониторинг цен на продукты питания. Согласно данным республиканской статистики, цены на основные продукты питания за апрель месяц составили: на молоко 40 рублей за литр, говядина 309 рублей за килограмм, рыба-мороженое 133 рубля за килограмм. С учетом этого произведен расчет средств, необходимых для обеспечения детей четырехразовым питанием согласно 10-дневному меню. В соответствии с утвержденной методикой расчета норматив затрат в муниципальных дошкольных образовательных организациях совершен переход оплаты за присмотр и уход от ежемесячной платы на ежедневный размер. Анализ меню показал, что необходимая сумма равна 99 рублям в день. Это не очень большая сумма. Так, например, родительская плата в городе Уфа составляет 106 рублей, в городе Стерлитамак – 103 рубля. Сумма родительской платы исчисляется путем умножения стоимости одного дня на количество фактически посещенных дней ребенком.